I'ma go celebrate simply being alive. And I know I'm alone, but that is changing tonight. Something in the air is calling, and this time I'm gonna go with it. Здравствуйте, вы смотрите программу «Каждый день». Хорошего настроения желает вам редакция нашей программы. Кафе «Арт-пицца» предлагает вам попробовать вкуснейшие супы. Чечевичный, грибной, похмельный. «Арт-пицца» гарантирует, вы останетесь довольны. Телефоны службы доставки 71 40 40, 8 708 471 40 40. Упаковки и термосумки сохранят ваши блюда сочными и горячими. Напоминаем, также действует «Ифтар-доставка». О погоде на завтра. В Мартуке ночи плюс 11, днем плюс 20, ожидается дождь. В Алге переменная облачность, тоже дождь. Ночная температура плюс 11, дневная плюс 20. В Хромтау ночью на столбике термометра плюс 10, днем плюс 19. Осадки в виде дождя. В Бадамше переменная облачность, ночью плюс 10, днем плюс 19. И в Шалкаре пасмурная погода, ночью 12 градусов со знаком плюс, днем плюс 24. Дорогие друзья, центр DRC сдает в аренду помещение под бизнес по доступным ценам в черте города. Район Запкас-Ярмарка по проспекту Нокина, цокольный этаж. Цена за квадратный метр составит 1500 тенге. Первый этаж – 2800 тенге. Второй и третий этажи – цена аренды – 2000 тенге. Номера телефонов для детальной информации 8 707 520 16 16, 837 720 16 16. Звоните. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам защиты материнства и детства. Закон устанавливает размер пособия за 8 и более детей. Если с 1 января 2020 года введено отдельное пособие для семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей, которое составляет от 42 тысяч до 74 тысяч тенге, то теперь семьи с 8 и более детьми будут получать пособие в размере 4 МРП или на каждого последующего ребенка по 11 112 тенге. С 13 мая возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан. С 18 мая будет разрешена деятельность гостиничных комплексов, объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест, объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе, с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями.
С 18 мая возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм при заполнении не более 30% от общей полезной площади. С 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая. Обычно бухгалтер – это практически второй человек компании после директора, который владеет информацией и выполняет множество функций. А теперь представьте, что сегодня у вас был крутой бухгалтер, а вот теперь его не стало. Многие бизнес-процессы тем временем тормозятся, и предприниматель теряет деньги. Бухгалтерская и аудиторская группа компании «Профсервис» существует для того, чтобы с вашей компанией такого не случилось. По цене одного бухгалтера вы получаете целый штат специалистов. Соответственно, вы можете не переживать, что кто-то заболеет, уйдет в отпуск или уволится. Ваша бухгалтерия всегда будет в порядке с «Профсервис». «Профсервис» качественно, конфиденциально. Любите вкусно и плотно поесть? Тогда наверняка вам понравится выгодный микс номер 6. Это курдак, баварская пицца, русская закуска, стейк-гриль и свиной корейки. Цена 5550 тенге. В черте города доставка бесплатная. Часы работы с 11 утра до часу ночи. Телефоны службы доставки 71 40 40 8708 471 40 40. Это была программа «Каждый день». Оставайтесь на Первом городском.